К этой минуте, по данным Минздрава, в больницах находится 9 пострадавших в авиапроисшествии. У всех госпитализированных травмы связаны в основном с отравлением продуктами горения, а также ожогом дыхательных путей. Кроме того, у многих ушибы, переломы, трое в тяжелом состоянии. Раненых приняли в НИИ Склифосовского, медцентре медико-биологического агентства, а также в Институте Вишневского. Там одна из пациенток этим утром пришла в себя. В институт поступило 4 пострадавших. Женщинам 51 года в тяжелом состоянии, с термоинвалидационной травмой. Это ожоговая травма дыхательных путей, поэтому на искусственной вентиляции. И процент поражения 20% от поверхности тела. Есть ушибы, травмы. Но сегодня она пришла в сознание. И 3 пациента – это молодые люди из разных городов России. Вот. Состояние их средней тяжести, у одного тяжелое. У всех тоже термоинвалидационная травма и отравление продуктами горения.